Всем привет, друзья! Вы на канале Shadow Игровые Миры, меня зовут Дмитрий, мы продолжаем с вами Хогвартс Легаси. И у нас тут в ручей комнате работают станки по производству кристаллов, там у нас растут растения, в общем, бизнес пошел. Пока что вот так мы с вами обустроились, дальше будем смотреть по обстоятельствам. Нужны, конечно же, кристаллы в промышленных масштабах, чтобы что-то тут покупать. Улучшать, ну, производство пошло. По крайней мере, нам ничего собирать не нужно. У нас есть бесконечные кристаллы, у нас есть бесконечные зелья, которые каждые 10 минут по 3 штучки будут попадать в эти котлы. Плюс бесконечные растения, которые я тоже могу взять. В общем... О, здрасте, мисс Чесноук. По-моему, вам пора освоить отталкивающий с глаз Флипендо. Да, все что угодно. Когда закончите с моими заданиями, приходите в теплицу. Мисс Чесноук, уже пора сюда переезжать. У нее здесь есть, вот видите, уголок, как раз зеленый. И что ей тут жить-то в одиночестве, там, в теплице? У меня тут весело. Так, ну ладно. Какие задания она там мне хочет предложить? Опять надо выпустить какое-то чудовище, кого-то сожрать. Сюда. Таланты. Вырастите, соберите урожай водорослей. Растет, соберем. Раздобудьте все 3 боевых растения и одновременно испытайте их в деле. А как одновременно их можно испытать в деле все 3? Выбросить просто на врагов? Так они у меня уже есть. Раз, два, три. Вот они, 3 есть. Можем испытать в деле. А водоросли будут готовы через... Водоросли у меня вот растут. Это ж водоросли. Водоросли, через 11 минут задание будет выполнено. Поэтому можем пойти испытать, и пока будем возвращаться назад, оно уже будет готово. И мисс Чесноук подарит нам новое заклинание. Какое отталкивающее, да, усиленное. Интересно, интересно. А потом начнем с вами основной квест с мистером Фигом, ну, профессором который. Так, ну что, где мы будем это испытывать? Как обычно, да, в этом... В лесу. Там, где нас всегда хотят убить. Давайте залезем куда-нибудь там, где... Нет, тут нас сильно хотят убить. Там, где не очень сильно хотят убить, надо куда-то... Вот тут были, да? Ну, тут тоже нас хотели убить. А вот тут я что-то мы не смогли. Промежуточный пункт. А чем мы тут забыли? А, мы там не смогли, по-моему, камень поставить на место. Ну, давайте сюда. Башня Санабака. А, это башня. Нет, там сложно. Давайте не будем, наверное, рисковать. Выберем сейчас какой-нибудь лагерь. Где тут есть лагерь? Блин, да что... Вот лагерь есть. Что такое все опасное? Маленький лагерь бандита. Вот это для меня. Давайте сюда. Это самая ближняя точка. Да, и тут еще есть испытание медленно, если что. Сейчас. Тем более все уже готово. Все растения в сборе. Только надо успеть их всех выбросить. Сразу раз, два, три. Первая она должна быть, наверное, тогда... А, капуста встанет на месте, сразу начнет кусаться, потом вот эта вот, которая с колючками, начнет плеваться, а мандрагора всех оглушит сразу и все. Так, ну что, друзья, я вернулся. Спустя несколько часов после перемещения из вручай комнаты вот в эту область. Да, это как в Гарри Поттере, когда через камин полетели немного не туда. Тут просто вышел патч, вот просто вот недавно совсем, и расхреначил полностью игру. То есть при использовании быстрого перемещения, переходе из одной локации в другую, ну, короче, игра просто нафиг намертво виснет и вылетает, и больше не заходит. Ну, и вот мне несколько часов понадобилось, чтобы разобраться с этими системными файлами, откатить, подкатить, подрезать, подмазать, подкрутить, заправить, и вот я переместился наконец. Лучше пешком пошел, блин, из Хогвартса, если честно, вот отсюда. За 15 минут бы добежал. Но теперь будем стараться, не знаю, пешком ходить. Хотя как мы попадем к мистеру Фигу, он у нас находится в этом, как его, в зале картографии. Поэтому мы туда тоже должны только перемещаться с помощью быстрого огня вот этого вот каминного. Можем не долететь, но в любом случае, хотя бы здесь оказались. Патч хороший. Работают разработчики, вижу, очень усердно, но, блин, лучше бы, наверное, они его не выпускали, потому что неизвестно, что еще сломалось в этой игре. Это я только наладил
нафиг загрузку, чтобы она снова пошла. А что с квестами и со всем остальным? Ну, короче, контрольный сейв, если что сделал, будем с вами откатываться. Ну, шоу продолжается. Что бы там ни было, главное, что мы запустили игру, несмотря ни на что. По-моему, она стала хуже выглядеть, как по мне, после последнего патча. Тут что-то с оптимизацией делали. Предупреждение от оперойки. Это что, доска объявлений появилась или не всегда и были? Внимание, оперойки, будьте осторожны. А я думал, как ведьмаки, будем задания брать. Нет, это просто предупреждение. Ну что, давайте теперь аккуратненько берем нашу метлу. Выбираем место назначения. Боюсь даже карту открывать. Я думал, мы в ближайшие недели не сыграем в игру, но все же получилось. Еще пока держимся. Вот сюда должны попробовать. Мы что были? Я уже не помню, какой у нас квест был. Так, что мы там... Зачем мы этот лагерь решили разбить? Мы решили этот лагерь разбить... А, мисс Чесноук... Водоросли, не знаю, выросли за 3,5 часа. Опять же, мне, чтобы выполнить этот квест, нужно вернуться в ручей комнату, это быстрое перемещение. Ну, в любом случае, мы же по сюжету не пройдем, если так и дальше пойдет. Раздобудьте все 3 боевых растения, одновременно испытайте их в деле. Сейчас будем испытывать. Полетели. В деле. Так можно и просто их было выпустить, может даже в ручей комнате. Куда-то полетел. Ну что, попробуем. Получится, не получится. Вон они, мои враги. А это что такое? Вот, кстати, еще одна такая хрень какая-то. Вот видите, вот это. У нас есть в этой школе тоже такая на заднем дворе. О, собаки. Так это не оно мне нужно. Подожди, я могу летать во время атак? А, могу. Это курак меня не догонит просто. А что вот это интересное? А где он находится, если что? Это второе такое уже. Ну ладно. Пошли лучше тех разобьем. Будет больше пользы. Китайская капуста расхреначит их сейчас. Это же не этот, не... А, это он. Блин, меня уже увидели. Купить. А находится-то как, да? Красавцы. Это ж они маги там, да? А вверху что у вас? Ну давай, высаживайся. На вершине находится, сюда не долезешь просто так. Тоже мне. Так, ну давайте. Мне нужно... Для начала выпустим вот это. Потом выпустим то-то. А потом выпустим все то. Забегай. Давай, блин. Это так вот будет сказано. Давай, работаем. Раз. Стой, второй. Капуста, два. Третий. Три. Выполнили? Выполнили. Все, работает. Работает, работает, работает. Только не сдохни. Блин, еле-еле сбежал. Хорош. Сейчас я их раздолблю всех. Где мои боевые заклинания? Я не готов. Отлично. Все, перебили всех такой-то бабушки. Выполнили задание. Теперь главное это вернуться в ручей комнату. Самое сложное, что есть в игре на данный момент. Просто вернуться в ручей комнату. Вот сейчас. А тут мы нашли оглушение 3. Ничего себе. 3-го уровня оглушение. Это же крутая вещица. Когда научимся шить с вами, очень нам поможет. Вижу вверху врагов. Причем серьезных. Так, давай, наверное. Вот это у меня ж растет, да? Постоянно могу ее срывать. Ну, мы ее и будем использовать. Капусту я еще не засаживал. Чуть попозже с вами купим средний горшок. Ну, комнату оборудуем. Вот это вот вещица. Видите? Сюда же тоже фиг попадешь. Ну, давай быстро высаживайся, сразу наваляю. Давай, быстро, быстро, быстро. Ой, хорош. Stupid high. Ничего себе. Ничего себе. Экспелиармус. Все, все, успокойся, успокойся. Ай, ушло. Хотя я не использую суперудары. Что у нас за пещера здесь? Интересно.
войти. Ух ты, полноценная пещерка. Смотрите, какая-то... Ой, загрузка, сейчас можем вылететь. А вот сейчас и проверим, сможем ли мы дойти до... Пипец. Вот вылетала на втором экране, когда вот это вот идет долгая загрузка, и зверь еще шевелится у меня внизу. Сейчас, я забыл, мне же надо же было... О, фух. Так может, мы заработал? Слышите, Warner Brothers или кто там, блин, делал игру? Не хотите меня взять на 0.5 ставки? Я вам буду это, чинить игру, когда вы ее сломаете. Сделал же ж. Давай, аккуратно. Хоть бы еще выйти отсюда, а то я могу и здесь остаться. А сохранения здесь, по-моему, в пещерах нет. Ты подохнешь, то перед пещерой. Не, ну это логично. Это бы было бы правильно, если бы нас не сохраняли в пещерах. Так, эту фигню можно разбить. Только не этим, а вот этим. Отлично. Поживимся сейчас немножечко. Выползай. Давай, 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 давай. Некогда ждать, давай, давай. Ой, ой-ой-ой-ой-ой! Я забыл, что это же. А где мое это? Экспеллиармус. Вернее, люмос. А, вон огонь же есть, можно зажечь. Так я и так разберусь. Они ко мне не подойдут аккуратно. Раз. Светлая шляпа для защиты от солнца и... Неизвестный... Беги! Что ты творишь, а? Зажги вот эту штуку. Вот любит приключения ж, блин. Не достает твой инцендио. Давай вот эту. Где Фриндо, Пипиндо? Давай. Есть, готово. Так, рыбки тут плавают, а он внизу водоросли. Или это не внизу? А ты нырять вообще умеешь? Видимо, нет. Плохой с тебя пловец. Плохой. Так, что еще у нас есть в этой прекрасной пещере? Слушайте, пещерка немалая. Я не рано сюда заперся. И зачем? Ну просто интересно, что не имею права. Внизу кровяка. Это не квест хоть какой-то. Пойдем наверх. Здесь есть деньги. Немного, но есть. А внизу? А внизу тоже не пойми что. Фу, так, ну ладно. Будет хорошо, если мы вернемся в ручей комнату и выполним задание мисс Чесноук. Это... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что это такое? У меня все... Все нормально. Это исчезает так эта штука. Нормально все. Без паники. Летать я тут не могу, поэтому если что... Надо надеяться только на цепкость рук. А это куда-то проход? А, это проход далее. Сейчас, минуточку. Он с этот... Не? Не. А вот это что? За дыра. Вот я про нее говорю, что это за дыра-то. Ничего себе, да? Это не просто какая-то пещерка маленькая. Здесь босяра, мне кажется, будет сейчас. Посмотреть на эту площадь. Канализация, блин. В лесу канализация. Что это такое? Я по воде очень медленно бегаю. Зато наберем вещичек, разбогатеем снова и купим... И купим горшочки среднего качества. Я нашел естественный участок земли. Нормально, мы уже землей обзавелись. Будем картошку там сажать, когда на пенсию пойдем. Давай сюда. Крыски. Одна куда-то мне забежала. Кричать буду потом, после записи. Когда ее вытащу. Так, тут все. Здесь все. Туда все. А здесь не все. Это я так исследую, не обращать внимания. Ну что, тут будет... А-а-а, шлеп. И вон какой-то огр. Ну замечательно. Вот он-то меня и отмудохает. Так, у него говорили забирать надо эту в описании. Дубинку кнопочкой 1.
А дальше как пойдет. Ну, он козявки там это нам потом предоставит. А я сейчас ему тентакулу запущу. Поехали. 26 уровень. Здоровый. Может, я его это... удивлю, блин. Ну, лишь один. Один. Хренач. Да не очень. Не очень. Не очень, чтобы очень. Мочи. Хорош. Больно. Больно. Блин, он мощный. Ого. Пей, пей. А что у него за... это серия, твою ж за ногу. В лицо прям. Два удара. Пей, пей, пей. Успел. Бей, бей, бей. Бей, бей, пей, пей, пей. Есть еще зелье. Подожди, ты ж потащи эту хрень. Мочи. Мочи, мочи, мочи. Мочи, мочи, мочи. Жесть, просто, ни хрена не вижу. Беги. Еще одну давай. Давай. Беги, беги, беги. Давай, давай, четыре. Прорезай. А чё у меня экспеллиармус не работает, а? На. 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 Хо-хо-хо. Жесть. Вот эта битва была. Вот эти меня тентакулы, конечно, наверное, спасли. Козявки тролля. Но хорош парень, конечно. А что... зачем он мне вообще был нужен? Ты просто зашел сюда случайно. Так это был обычный, это даже не босс был. 26 уровня. Представляете, насколько мощная скотина. Тварюка. Надо было, конечно, зелье пить, но мне что-то стало жалко эти зелья. Ну, в смысле, тратить. А это что, интересно? А ну, дай туда. Кстати, перезарядка довольно медленная. Это уже выход, что ли? Что это такое бегает? А, это белки. А ты как сюда вылезешь обратно, если что? А, вот выход есть. А ну глянь сюда. Хорош был противник. Так, стебель водорослей. О, водоросли засчитались. Вернитесь к профессору Чесноук. Мне не надо даже идти в этот, в комнату выручай. Я нашел водоросли. То есть не надо выращивать. Ну прикольно же, прикольно же. Только теперь надо своим ходом, наверное, туда бежать. А, так ты с пещеры все равно будешь выходить через загрузку. Ну это уже, да, другой вопрос. Я выполнил квест. Нарядный розовый лиловый комплект одежды. Это вот это все, что я должен был сделать. Возможно, это квест, конечно. А что по дорожке дальше, интересно? И что, что-то есть? А, выход уже. Все, выход.
Так его можно было не убивать, можно было его... А, дверь бы, наверное, не открылась, мне кажется. Да, возможно, дверь бы не открылась. Мы тут точно все нашли. Чё-то какой-то бедный тролль. Ещё и сидел здесь один. Ну, хорошо. Ладно. Мы разобрались. Попробовали наши новые мощные заклинания. Троллю, конечно, нифига они не нанесли, если он не ослаблен. Его надо ослаблять и тогда добивать. Единственное, что я так не смог у него забрать дубинку. Там какой-то момент, когда он бьет по земле, но попробуй попасть в этот момент и забрать дубинку. Тогда он будет очень грустить. О, я сейчас где-то выйду. Ну что, народ, я надеюсь, мы выйдем. И игра нас выпустит. Да, игра, ты нас выпустишь из пещеры? Ты же нас впустила в пещеру. А теперь выпусти нас, пожалуйста, из пещеры. Вот так и надо с игрой разговаривать. После патча особенно. Если будешь с ней разговаривать, то она тебя не будет больше доставать. И ты не будешь ей 4 часа пытаться исправить и запустить. Да, игра. Игра. Нет, игра, нет. Завис, хорек. Да нет, что-то грузится. Нет, грузит. Я слышу, как грузится что-то. Я слышу, как она грузится. Она жива. Она... It's alive! It's... Я чувствую себя, как это, доктор Франкенштейном себя ощущаю. Который привел в жизнь вот это вот. А как ты отсюда вышел? Как ты... Откуда ты вышел? Из стены? Ладно, неважно. Все, меня сохранили, я спрашиваю, меня сохранили вот сейчас, в данный момент времени, точно сохранили? Надеюсь, что да. Все, мы тут зачистили вот эту штуку, впадина с мурлоками, сундук с сокровищами нашли, тот самый, который нам нужен был. Галочки в чат не ставят, типа, наверное, он, тролль, опять вернется. В таких случаях такое иногда бывает. Так, ну давайте теперь сюда, наверное, залетим. Сделаем, чуть-чуть расслабимся, сделаем одно испытание Мерлина. Ну, просто там так у нас светится. Как раз пока будем лететь, это для сохранения игры промежуточно, чтобы оно меня сохранило. И пока я буду лететь, я думаю, оно сохранится. Ревелио. Давай чуть быстрее. Ну, там собаки какие-то. Ой, а это что у нас тут? Ну, стой, стой. Ой. Это сундуки у нас? А, это не сундуки, это же. Ага. А ну чуть-чуть ниже. Ну, волк какой-то. А что это за два лагеря? Впереди. Что это за показ такой у меня? А, это один лагерь. А второй что за лагерь? А, вот второй лагерь. Это просто так видно. А я думаю, что за лагеря? Мы же все с вами посмотрели. Мой пимплам бы можно было собрать. Эти камни не в лучшем состоянии. Какие камни? Что? Какие камни? Пауки, осторожно, это мы с вами все видели. А ты можешь собирать, да? На метле даже можешь? Да, я могу на метле прям собирать, очень удобно. Не могу только эти кристаллы собирать, к сожалению, а так все окей. Вон, какой-то череп появился еще, тоже что-то новое, видите, на картах. Ладно, народ, так, давайте выше. Давайте чуть-чуть выше и сюда. В чем здесь фишечка? А, разбить просто, да? А мы этого не делали разве? По-моему, делали. Нет, в смысле, запускали Мальву? Может быть и нет. Ладно, давай, присаживайся. По-моему, не запускали даже Мальву сюда. Нет, запускали Мальву. Они не додумались, что сделать. А теперь додумались. Вот так я расслабляюсь в игре. Есть. И мисс Чеснок, кстати, довольна сейчас будет. Мы выполнили ее квест очень быстро. Вот, игра теперь сохранилась. Вот это мне важно было, чтобы был промежуточный сейв. А теперь попробуем использовать быстрое перемещение. До этого мы просто загрузку в пещеру использовали, а теперь попробуем. Ну, получится, получится. Не получится, не получится. Я не виноват. Что вот это за череп огромный? Появился. Я его прям вижу отсюда. Какой-то демон.
Я увижу этот череп, а с какой стороны он появляется, этот череп, даже не знаю. Ну где-то есть, наверное, может в лесу какое-то чудовище. Скорее всего, какое-то что-то сюжетное, наверное. Нет, ну побочное, но в смысле босс какой-то серьезный, который будет защищен, как те самые грустные боссы, или как они там называются, противники наши. Ну что, игра сохранила меня, давайте пробовать к миссу Сноук. Все-таки летать это будет, наверное, сложновато. Нам с вами. А это куда? Читальня, нет, сюда не надо. В смысле, если своим ходом добираться. Это, конечно, романтика, конечно, но все же нет. Попробую. Опять зажимаем кулачки и надеемся, что долетит. У нас с вами наш герой в правильном направлении. Не как мы летали в Гарри Поттере. В стрёмные дома попадали. Ну, сейчас та же история. Наш порошок перемещения работает немножко не так. Или произнёсся немножко не то название и вылетел не в ту область. Блин, ну это цирк, конечно. Я там так глянул одним глазком, как там люди реагируют. Люди там кричат, верните нам игру, верните игру, что вы делаете? Мы хотим играть. Ну, представляете, 500 тысяч человек онлайна сейчас. И вот такой вот патч прилетает, который ломает нафиг игру и нифига нельзя сделать. Нет, у меня все в порядке. Все, если что, у меня все в порядке. Профессор Чесноук. Может, гибрид? Прыгучая тентакула? Профессор Чесноук, ваши задания готовы. Прекрасно. Надеюсь, вы оценили, сколько пользы приносят нам растения. Меня это не перестает восхищать. Далее, как вчера, я несколько часов подрезала самоудобряющиеся кустарники, трепетливые кустики, и даже не заметила, что так долго вожусь с ними, пока не зашло солнце. Но успехи моих учеников радуют меня даже больше, чем благополучие моих растений. Итак, перейдем к изучению флипендо. Подбородок выше, палочку не стискивайте, все дело в движении запястья. А теперь попробуйте. Так, сосредоточьтесь на этом заклинании. Нет ничего унизительнее, чем сбить с ног товарища, пытаясь подвинуть пару горшков. Нет ничего унизительнее всем объявить, что у твоего товарища есть пару горшков. Вот это вот, по-моему, унизительно. Так, ну давай, F вперед и... Подожди, это пробел, правое пробел. И F еще не... А где кнопка F у меня? Нашел. То нормально, флипендо. Разблокировано заклинание. Если захотите попрактиковаться, можете остаться в теплице после занятий. Только осторожнее с растениями. После каких занятий? У нас тут 3 часа ночи. Пока я игру наладил. Так, 25 уровень. 95 ОЗ. Ого, здоровье нам качается за каждый уровень. Толкающий глаз Флипендо наряду с акцией. Это мощное заклинание способно рассеивать фиолетовые щитовые чары, переворачивая цели вверх ногами. Куда же их ставить? И как их мне их ставить? Значит, уже Левиоса можно убирать, наверное, да? Которая у меня ослабленная. А если я врага Левиоса своим усиленным возьму? Да, на Левиоса все уже. Итак, на чем я остановился? Ах да, теплица сама себя в порядок не приведет. Надо бы и в этом немножечко помочь. Да я вам помогу, а что вы мне сказать, что-то хотите? Профессор Чесноук. Мне интересно, откуда вы родом? Где вы росли? Да, действительно. О, как мило, что вы спросили. Ну, я выросла в Лондоне, наш дом стоит прямо над Темзой. Ох, как романтично, класс. Хочу у вас побывать, с родителями познакомиться там. Большие города никогда не заедают. Я тоже с Лондона, кстати. Для кого-то это так, но я мечтала о жизни в сельской местности. Лишь попав в Хогвартс, я поняла, что наконец-то обрела дом. Конечно, это случилось не сразу, хотя я всегда надеюсь, что ученики со временем будут чувствовать себя здесь как дома, увы, это происходит не со всеми. Пожалуй, вы правы. Ну, мы все разные, ведь правда? Одни, подобно дьявольским силкам, любят оставаться в тени, а другие требуют внимания, словно прыгучая луковица. Каждый из нас растет в своем темпе. Когда я приехала в замок, ты ужасно переживала.
Дело в том, что в детстве я ничего не знал о ведьмах и волшебниках. Представляете, как я опешила, получив письмо из Хогвартса. Да я сам офигел, до сих пор в шоке. Первое время предпочитала одиночество и пряталась либо в теплице, либо в библиотеке. К Хогвартсу нужно привыкнуть. Именно, но мне необычайно повезло. А одна семикурсница взяла меня под свое крыло и помогла привыкнуть к Хогвартсу. Мы до сих пор тесно дружим. Вам повезло. Это уж точно. Поверьте, дружба, зародившаяся в Хогвартсе, это дружба на всю жизнь. Что ж, мне пора заняться посылкой из волшебной брюквы. Мистер Чайланг обещал на этой неделе прислать множество разных семян. Было приятно с вами поболтать. С вами тоже. Мисс Чесноук, у меня, кстати, есть отличная квартирка, могу вам ее порекомендовать. Там есть много места. Могу вам выделить целый сад. У вас, конечно, теплиц тоже ничего здесь. Еще и 3 или 4 их. Подождите, это ж можно я сорву, да? А, это, блин, за стеной, ну ладно. Ладно, давай попрактикуемся. Во-первых, вот это. Ингардио Левиоса здесь не работает. А если вот это? А это работа. Слышите, а Вингардио это ж на предметы только, понятно? А простым Левиосом я могу и врагов, блин, достать. А этим не могу. Это только на предметы. Значит, надо его убрать отсюда, отталкивающих чар, а сюда поставить, наверное, флипендо, да? Чтобы можно было переворачивать. Скорее всего, так и сделаем. Давайте так и сделаем. Так, вот это у меня флипендо появилось. Оп, и вверх ногами. А чего не вверх ногами у меня? Переворачивает объекты врагов вверх ногами. А, просто перевернуть и бросить. Благодаря быстрому времени перезарядки, этот глаз отлично подходит для подготовки и продолжения жонглирования. Способность мгновенно переворачивать предметы полезна для решения различных головоломок, а также для исследования слабости определенных врагов. Но это на врагов применить можно. А вот эту штуку нет. А эту штуку мы здесь оставим, в ремонтных заклинаниях и там, где люмус. Здесь это Левиоса, пусть будет 2, я уже привык к этой кнопке. Это притягивающее, отталкивающее, а это переворачивающее. Это освещающее ремонтное, это невидимость, а это как раз для перемещения тоже предметов. Это чисто боевые кровавые, а это для выручай комнаты, одно даже еще свободно. Ну, прикольно. Ну, давай перевернем тебе. Левиоса, акцию, и толкнул. Не, ну прикольно, хотя бы, если вовремя успевать панельки менять. Мне, кстати, надо панельки правильно поставить, тут у меня беда одна есть. Вы заметили, да, какая? Вот эта панель должна быть с этой вместе, чтобы не ходить через эту панель, когда ты дерешься. Поэтому вот это надо переместить сюда, а это сюда. Только главное не забыть, что где было. Но это не трогаем. Это мы с вами не трогаем. Давайте аккуратно сюда. Тут что было? Люмос был. Где этот люмос? Люмос сюда. Так, сюда это, тут репаро. Правильно что делаю? Правильно. Тут невидимость. Тут невидимость. А тут это, а тут левиоса усиленная. Во, вот теперь мне будет проще сражаться. А ну давай. Это, если что, поднять, а это вверх. О, вот теперь я могу и переворачивать, и добивать в воздухе. Комбинации можно будет делать, да? Теперь чуть-чуть проще стало. Вот, например, поднимаем, да, гада? Поднимаем гада. Хопа, обезоруживаю. Все, нету, раз, поджигаю. Добиваю. Короче, еще раз давай. Левиоса. Левиоса. А, 2. Добил, обезоружил, унизил и рассказал всем, что у него есть горшок. Это вообще заклинание, которое просто убивает. Ну что, very super good. Давайте с вами выйдем сюда. Здесь можно кусты облапошить пока. Бесплатно, между прочим. Ядовитая тентакула. У меня в ручей комнате, не меньше. А тут можно бесплатно собирать, каждый раз забегать. Ну не прелесть ли? По-моему, прелесть. Набрал 11 штук. Ну, все, конец им. Слышишь, а ты кто? А, у меня место... А чё ты у меня светишься? А чё ты светишься? Я ж тебя вскрыл. Не забрал, наверное, да? Вот, видите, предмет остался... Может, репара?
Как я закрыть обратно? А ну толкни его чем-нибудь таким тяжелым. Жесть. Ну ладно. Ладно. Так, это я где? Подождите, а где мои классы? А я вообще где? А, вот сюда мне надо. Я просто хочу забрать свой... То, что мне положено по праву. Листья бадьяна, как-никак же. Зря я их выращиваю здесь. Вот теперь нормуль. Так, все, тогда пошли теперь попробуем сейчас телепортнуться теперь в закрытое пространство. Если повезет, то и здесь все у нас выйдет. У нас места дофига, можно начинать любой квест, пока ничего не продаю, в магазины не еду. Это ж ничего? Нет, абсолютно ничего. Это тоже фигня, по-моему, да, на продажу сразу. Еще что-то брали, кепку какую-то находили, даже две. Без примененных характеристик, две одинаковых. От солнца и от солнца. Соломенная и светлая. И один костюмчик у нас есть. Вот, пожалуйста. Ну, что, ну, смотрите, я и так стильно выгляжу. Это мы потом еще переоденемся. Так, ладно, все, годится. Да, 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 нет, да, да. Задание мы смотрим теперь. Хитроумные ключи пока. Это ждем Алахомора. А здесь можем с вами идти. Зал картографии. Что в инвентаре? А, письмецо нашли. Предупреждение от оперойки. Для достижения, скорее всего, собираем. Ну, давайте в зал картографии. Так, зал картографии сюда. Хотя что сюда? Я сюда могу и сам попасть. Ты же находишься аж... Где? Подожди. Я могу сюда и пешком дойти, а это для чего? Правильно же, да? Ну, пошли, попробуем. Рискнем, давай. Опять же, с выручай комнаты я не мог выйти. Начались вылеты, а потом проблема. А вот мой, я сейчас опять захожу, типа выручай комнаты, но... Но главное, чтобы не переставало грузиться в правом нижнем углу вот эта вот змеючка, которая грузится и движется. То зверек, ну, факультет, короче, символы факультетов. От них зависит многое. О, хорошо. Хорошо, идем. Еще, сейчас залезем. Выберемся, это другой вопрос, но залезем точно. Ты туда зашел? У меня берут сомнения, что ты туда зашел. Самое интересное, сообщите профессору Фигу в зале картографии. А я, блин, где? Оказывается, не туда зашел. 86 метров вверх. Так подождите-ка. Тут же меня ждут тоже с книгой, правильно? Профессор Фиг. Что, реально не сюда зашел? А, может быть, подняться по лестнице вверх? А тут лестница была. А, нет, правильно зашел. Профессор Фиг, нет, не здесь, блин, еще выше. Да что вы творите-то? Давайте еще раз осмотрим зал, просто у меня заклинаний стало больше. Может быть, я теперь что-то еще и подтяну, затащу. Добавлю, заправлю. Все равно выше, да что ж за фигня? Ей-то мы. А что это за сундук такой стоит? А, это пока закрыт. Все, мы тут пробегали, да. Надо было попроще выбирать добирание. Ну, как добрался, так и добрался. Это вода у вас тут? Нет, я туда не могу. Ну, ладно. Это все позванивает, все позванивает. Ладно, мне тогда пешком. Это я не туда. Я думал, это как в этом. Выручай комната, он закрытый. А он, блин, нифига не закрытый. Так, этот сундук я вскрыл. Тут у нас что-то было, и что-то я не открыл здесь. А что тут скрывает от меня? Дзынь. Дзынь. Может, гобелены поджечь? Я могу.
Странные звонки. А здесь может любая статуя, кстати, быть. Ладно, мне сюда. Не сюда, и вот сундук стоит, кстати, прикольный. Такое ощущение, что здесь тоже что-то есть. Вот этот вот шкаф мне тоже очень нравится. Я давно его хочу подвинуть. О! А, о! Я тут не был, кстати, в этом крыле. А что тут у нас? Люмос? А, был. Я так и не добежал просто. Так и не понял, куда бежать. Это мои забеги постоянные. О, это мой любимый сундук, он с глазиком. Тут мы тут что-то тоже не догнали. А где же этот лев, не пойму. Я позже нашел бы эту. Все, здесь я тоже. Здесь я тоже был. Такое ощущение, что лев вверху может быть. Надо далековато, конечно, бежать. О, вот это можно зажечь. Ну, хоть что-то есть. А ну, давай аккуратно. Еще раз. Да блин. Да что ж такое? Да вы... Ну, я же вижу ее. Зараза, не могу, представляете, зажечь через... казалось бы, уже видно, что можно попасть, а на самом деле нельзя. А на самом деле никак. Это чертова бабочка. Где-то проклятая бабулька. Это я понял, куда выхожу. Минутку еще, еще минуточку. Просто я здесь постоянно не захожу в одно место. Вот, вот это вот. Это выход на лестнице. Ну, центральный. А здесь мне что-то тоже не давало покоя. Все, мы сюда заходили. Нет, все, не знаю. Какой-то лев где-то стоит. Возможно, за закрытой дверью. Скотина такая. Я тебя найду, лев. Я тебя выпарю потом. Ладно, мне сюда. Блин, это где я телепортнулся-то, представляете, в каком месте? Ужас. Ужас. Что это за сундук? Под землей? О, кот идет. Странная парочка. Нелли Окспайр, привет. Напомни, пожалуйста, что делать с хитроумными ключами? А, это квестодатель. Все, я понял. Она все еще ждет, что я выполню ее задание. Да прекрати, еще три ключа. Еще три ключа когда-нибудь обязательно выполню, но не сейчас. Сейчас я иду к профессору Фигу вообще в другой павильон, в другое крыло. Вот это телепортнулся я в зал картографии. Он что-то общается. Прошу, не порть меня личико, как хмурыми своими... А, в общем, ладно. Ё-моё, лучше бы я телепортнулся. Ну, ну, реально. Что за забег такой? Мистер Фиг, это в ваш кабинет надо было идти. Чего мне сразу не сказали? Офигеть, реально в его кабинет. А я с другого крыла прибежал. Нет, ну я, конечно, должен держать себя в форме, сами понимаете. Тролли там, драконы, гоблины. Здрасте. Но я надеялся на встречу с вами. А я-то как? Знаете, сколько я пробежал? Чтобы с вами встретиться. Мистер Фиг. Кстати, вон у него еще тоже есть, зараза. Как мне вот это вынять, эту собаку? А ну, может, новым заклинанием? А ну, давай. Не берется. Не берется. Он уже голову сжег, смотрите, а ему все равно. И флипенда не берется. И толкание не берется. И отобрать палочку. И поджечь. Уже книги даже сгорели. И разрезать. И разрезать. А ну разрезать еще попробуй. И разрезать. Как ее забрать? Может, заклинание «Отдай мне, пожалуйста» надо попробовать? Ладно, привет. Вы вернулись. Наконец-то, министр Спэвин больше говорит, чем слушает. Все разглагольствует о непокорных драконах. А о гоблинах не желает слышать ни слова. Кстати, о гоблинах. Послушайте, профессор, пока вас не было, произошло столько всего.
Новый патч вышел. Почти безголовый Ник попросил меня принести с кухни тухлый ростбиф. Тухлый ростбиф? Да, сперва мне это тоже показалось странным, но когда мы передали ростбиф сэру Подмору из охоты безголовых, то... Вы познакомились с охотой безголовых? Должно быть, это крайне интересно. Да, потом мне пришлось искать голову Ричарда Галкреда в тыквах, чтобы он мне рассказал, как именно умер. Кто такой Ричард Галкред? Он когда-то учился в Хогвартсе. Так вот, он рассказал мне о тайной пещере, мне удалось добраться туда и возле останков Галкреда. Я обнаружил утерянные страницы. Неужели все-таки нашли? Да, и поскольку Галкред успел воспользоваться изображенной на них картой, то вместе с тем удалось обнаружить и место на карте. Хотите верьте, хотите нет, но это комната под Хогвартсом. Вот как и почему меня это не удивляет, покажите мне. Мне хотелось верить, что вы скажете. И нам придется взять с собой кое-чего. А нельзя сразу было как-то его туда затащить? Я же здесь был. Вы готовы? Войдите в зал картографии. Я пытался войти сразу. Кстати, помещение называется залом картографии. Там нас ждет портрет Персиваля Рекхэма. Я его уже сегодня видел. Профессор Рекхэма, с нетерпением жду встречи. Как же этому Галкреду удалось заполучить страницы из книги? Очевидно, их стащил Пивз, и Галкред потом украл их у Пивза. Одно варьё вокруг. Пивз? Ну и что? Вот, блин, ну нельзя было нам здесь встретиться. Я отсюда пешком бежал. Скинул 3 кило. Поверить не могу, все это время она была прямо у нас под ногами. Только здесь преподаете и нифига не знаете. А я уже знаю все. Ну, Рекхэм, выходи. И он не покажется теперь. А нет, все нормально. Любопытно. Это карта. Это Хогсмид. А тут... Запретный лес. И, конечно же, Хогвартс. Восхитительно. Жаль, что ты этого не видишь. Поговорите с портретом профессора Рекхэма. Появился. Здравствуйте, профессор Рекхэм. Мы поставили книгу на пьедестал, как вы и просили. А это мой наставник, профессор Фиг. Рад знаком с профессор Фиг. Теперь вы понимаете, почему вам нужно было вернуться с книгой? Понимаю, еще мне ясно, почему вы назвали это помещение залом картографии. То, что вы так далеко зашли, говорит о наличии у вас необычайно магического дара. Потенциал и сила которого скроется, если вы докажете достойны того. Место проведения каждого 4 испытаний со временем появится на карте. Испытания призваны проверить вас и открыть вам бесценные знания. Но пройти эти испытания вы должны самостоятельно. Помните воспоминания о муте памяти, которые вы видели в моем сейфе в Гринготтсе? Частично. Я знаю только, что видел воспоминания, но без подробностей. Мы с моим другом Чарльзом говорили о портале, а также об испытаниях, созданных нами для тех, кто способен видеть следы древней магии. Чарльз тоже один из хранителей, так мы называли себя еще несколько столетий назад. Ведь мы обязались хранить определенные знания, хранить тайны до сего времени.
Так что же, ни переход из руин Гринглс, ни сокровищница, ни запретная секция на поиск этой комнаты не были частью испытания. Все это важная часть пути, но не самих испытаний. Однако то, что вам удалось так далеко зайти, хороший знак. Испытания были придуманы для того, чтобы сила и знания, которые мы так долго держали в тайне, не попали не в те руки. Это будет испытание ваших способностей, как врожденных, так и приобретенных. Но вот, что не менее важно, все, что вы увидите во время испытаний, может вам решить, что делать с полученными знаниями. Запастись терпением, испытания по многому вас научат, но на это потребуется время. Боюсь, у нас нет такой роскоши, как время. Мы долго ждали, профессор Фиг, уверен, еще чуть-чуть. Со всем уважением, сэр, хоть я не знаю, что за секрет вы храните, я знаю, что этому юному созданию удалось видеть следы. Следы могущественной темной магии, которой владеют гоблины. И нам повстречался необычайно могущественный гоблин, применяющий такую магию, когда мы выходили из вашего сейфа в Гринготсе. Возможно, мы уже опоздали. Тревожное известие, друг мой, вы доверяете профессору Фигу? Как самому себе. В таком случае, учитывая ваши незарядные умения и достижения, начнем. Место проведения первого испытания отмечено на карте под вашим ногами. Профессор Фиг может помочь вам в поиске места испытаний, но пройти их можешь только ты. Ты наделен даром, как мы с вами. Взглянем на карту. Так, и куда нам сначала? Я знаю эту башню, это недалеко. Совятня, что ли? Может, вы сами ее видели? Ой, мне там что-то задралось сзади. Сквозняки у вас. Как бы не простудить мне чего. Она, кажется, мне знакома. Это не башня, не совятня, нет, наш. Возможно, ваш юный друг путешествовал не так часто, как вы думаете. Как ваш наставник, я должен хотя бы пойти вперед и убедиться, что там безопасно. Присоединяйтесь, как только сможете. Что-нибудь знаете о башне? Вы сами нифига не знаете, профессор Фиг. Боюсь, почти ничего. Я десятки раз проходил мимо. Она стоит с севера от Хоксмиде. Нет. Насколько помню, она выглядит заброшенной, но, очевидно, эта башня не так проста, как кажется на первый взгляд. Ну, встретимся там. Я найду вас в башне, как только смогу. А пока будьте осторожны, не говорите никому, куда вы идете. Еще выбраться отсюда живым. Задание завершено. Башня, я не знаю, я там был. Может, пробегал, конечно. Встретитесь с профессором Фигом Брэдом с башней. Так, а мне там никто ничего написать не хочет, там нет там СМС какую-нибудь кинуть. Что-то моя совиная почта совсем не работает. Никто ничего не пишет. Плохо. А еще есть задание, кроме... Нету никаких больше. А вообще по месту. И тут никаких. Карта мира есть одна, вот, которую мы услышали с вами. Где-то тут. Тут же услышали. Или еще дальше. Короче, какой-то квест был. В какой-то деревне. А, вот. Вот этот квест. Колодец-колодец, который. Ну ладно, давайте башню сначала. А, далеко. Да нет, это... А, был. Мы же добежали до нее. Так прикольно. Не надо лететь. Мы же добежали, а там куча гоблинов. Я просто не решил ее не брать штурмом, как обычно, а то пришлось бы брать штурмом ее снова. Но мы так Вальгаллу проходили. Сначала берем штурмом ради любопытства, потом берем ради еще одного любопытства, а потом по квесту еще раз. Ну, короче, раза три каждую зачищали с вами локацию, каждую базу. Но здесь у нас получилось очень неплохо получилось, кстати. Еще и быстрое перемещение. Главное теперь долететь. Ну, я думаю, долетим. А там крупная база. Там, я не знаю, целый замок, и везде стоят гоблины. С некоторыми даже я чуть не подрался. Даже они мне кричали, эй, ты, напомаженный! Они такие кричали, иди сюда, мы тебе морду набьем. Я просто тогда был в разноцветных одеждах. Не очень стильно выглядело, поэтому меня там обзывали эти гоблины. Сейчас они заплатят за свои эти высказывания.
Правда, профессор Фиг не вмешается в это дело, но ничего. Я тогда наваляю. Блин, мадам Кагава, не могли вы раньше? Вам пора освоить Гладсо. Замораживающее заклинание — это хороший способ умерить чей-то пыл. Если ситуация накалится, сначала нужно будет выполнить несколько заданий. Когда закончите, зайдите ко мне. Я же проверял почту. Ну что здесь с этим, блин, с интернетом-то в этом мире, а? Не дошло вовремя. Не дошло, блин. Ну и что мне делать? Лопните воздушные шары на станции Хоксмит. А, их лопать надо? Лопните воздушный шар вокруг поля для Квиддича. И хлопать надо. Ну ладно. Так я их везде видел. А потом еще где-нибудь лопнуть. Так, а где ж профессор Фиг-то, блин? Профессор Фиг найдешь этого профессора. Ну где он? Вот реально, вот где его искать-то, профессор? Что, в кустах сидишь ты? А, он придет потом. Он же не знал, что у меня есть быстрое перемещение здесь. Смотрите, замок крутейший. Смотрите. Как будто там принцесса сидит сейчас. Надеюсь, там мисс Чесноук. Ну давай, короче, ждем. А что еще делать-то? Ну могу слетать в этот. Вот, смотрите, пока ждать. Вот тут у меня просто это, незаконченное дельце. Теперь я, по-моему, могу его сделать. Ну давайте пока. Есть у меня там незаконченная делишка. Просто не хватало мне моих заклинаний новых. Там, по-моему, надо поднять что-то, да? Это же здесь же или где вообще? Олени тут всякие. Тут же пауки, да? А, тут тролли, блин, дурацы. А, и эти дебилы ж, блин. А там же ж тролли ходят и уже возродились. И крокодилы еще. А что мне тут не дало зайти? Что-то я не помню. Это же эти идиоты же здесь. Кошмар. Они же отвратительные. Огонь. Еще огонь. Еще огонь. Да нет у него. Ты дурак, что ли? Да убей ты его. Я просто боюсь этого привлечь. Тролля сюда. Все, спокойно, спокойно, спокойно. Фух, ну его нафиг. Больше с троллем не хочу драться, пока не вырасту. Вот этого у меня не было. Вот чего мне не хватало. А теперь я могу сюда войти. Хотя, по-моему, я сюда входил. Тут, по-моему, кубик надо было все-таки вращать. Да, здесь же вращать кубик. Да, я входил. Я просто кубик не смог поднять. Так, ну давай, у меня уже тут все есть для этого, я думаю. И для переворота, и для подъема. А ну давай, 4. Во, уже другое дело. Давай. Наверное, тут надо как-то правильно их поставить. Подожди, вниз, вверх, вниз. Вверх, вниз, вверх. Значит, там вверх, там вниз надо. А как мне его перевернуть? С помощью флип-йендо, да? И сюда. Не-не, а как тебя вытащить? А ну тащи его сюда вот этим тройкой. Так, я тебя перевернул. Собака такая, перевернул. А теперь я тебя подниму. Давай, поднимай. Ну что, перевернул? Что у нас получилось? Вверх, вверх, вверх. А как нам его перевернуть-то? Подожди, я же могу переворачивать. О! Еще разик. О! Давай, по-моему, должно сработать. Да. Сработало. Вот странный сундук какой-то. На мусорку похож. Шестиугольные очки в золотой оправе. Шестиугольные. Смотреться я буду модно. Ну что, мы можем. Да, можем. Можем, когда захотим. Теперь можем все разгадывать, все добывать. Так, не нарвись на тролля и на крокодила. Я думаю, мы их еще много раз повидаем. Мне нравится, что во время боя можно взять, сесть на метлу, показать всем средний палец и улететь. Вот это самое крутое. Обычно даже лошадь нельзя вызвать в других играх во время боя. Даже в Elden Ring. А здесь, пожалуйста, твой конь всегда с тобой рядом. Так, ну что, все?
Вот еще секреты, но это потом. Давайте сюда. Давайте сюда. Я так понимаю, мы днем должны нападать? По-моему, лучшее время это ночью сюда нападать, да, чуть быстрее. Самое лучшее время это ночью. Ну, раз вы настаиваете. Так, ну давай, ладно, ждем. О, блин, сюда. Да, конечно, сюда, что кричишь, сейчас плюнут. Тут же опасное место, нельзя что-то спать рядом. Привет. Чем мы утром нападаем, профессор? О, мы не одни? Нет, здесь сторонники Ранрака. Вижу как минимум дюжину. Но их может быть гораздо больше. А можно трансгрессировать все отсюда прямо в башню? Могли бы, но мы не имеем понятия, что творится в башне. Но самое главное, я хотел выяснить, что они могут тут делать. Их лагерь впереди. Прежде всего, давай проведем небольшую разведку. Пойдемте. Че, с вами, что ли? Так уж не умеете прятаться. Расследуйте присутствие гоблинов. И рекомендую применить дезинтуиционное заклинание. И не стоит объявлять о нашем прибытии. Кому объявлять? Газеты писать не собираюсь пока. Профессор, я уже невидим. Вы как обычно меня обманули или что? Давайте, наверное, это перестрахуемся, потому что, возможно, от этого же зависит что-то. Потратим, раз нам уровень повысили в этой серии, давайте мы его потратим. Что у меня тут за снаряжение? А мне эти глаза нравятся, смотрите. Лучше, чем в прошлой серии, у меня глаза. У меня в той были большие глаза, а в этой еще больше могут быть. Смотрите. Ну и где они? Блин, это те же. Шестиугольные, где они? Вот это же. Это шестиугольные? А, вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, да. Ну, как-то смотрится не как шестиугольные. Я надеялся, что вот так мы будем выглядеть. Так, убери это. Иначе мы не пройдем испытания. Эти все гоблины умрут до испытания. Так, ну, а что я хотел-то? Что это припер? А, в таланты я хотел зайти. Таланты и невидимость. Я думаю, одну стоит нам прокачать. Снижает способность врагов обнаружить вас. Ну, прикольно же. Давайте добавим один. Это нам поможет. Могу второй, но второй пока не надо. Посмотрим, как оно будет работать. 7 очков талантов всегда должны быть при мне. Всегда. Профессор, ну ёж-моёж. Вас научить? Заклинанию невидимости. Профессор Фиг. Если подкрасться к врагу незаметно, вы можете наложить на него Петрификус Тоталус. При этом слабые враги окончательно выводятся из строя, в то время как более сильные получают значительный урон. Ну а немага мы не вырубим. А вот этого гоблина легко. Можно я? Не показывайтесь и примените Петрификус Тоталус. Я не показываюсь, я просто смотрю по сторонам, что-то спереть-то можно же, да? Я пытался на тролля применить, но он, по-моему, не заметил. Отлично. Еще и денежку у него выбил, видите? Прекрасно. Профессор, мы это уже прошли давным-давно. Хватит мне тут это. Я тут уже опытный воин. Расследуйте присутствие гоблинов. Ладно, сейчас нападу, попробую. Тоталус Петрификус. Хреналус, давай, и ты тоже пока. Вот так вот, сейчас мы весь лагерь и зачистим. А вы думали? У меня стелс на высшем уровне. Ну и тех двоих. Сколько их? 12, да? По-моему, их уже 6. А вот двоих не знаю. Профессор, вы не хотите мне помочь? Что-то не работает. Блин, они такие медленные. Но это благодаря прокачке, наверное. А если второй уровень, меня вообще не увидят, наверное. Так, значит, что-то есть, читаю. Обыщи башню, это приказы Ранрака. И все вокруг. Ищи что-то, что связано с именами. Они должны найти место, связанное с именами. Какими именами? Почему именно здесь? Если, возможно, найдешь, мы, наконец, получим ключ к достойному будущему для всех гоблинов. Ранрак. Расследую.
нищу, расследую. Профессор, не мешайте мне работать, иначе мы с вами спалимся. Прольется кровь. Блин, это нечестно. Знаете почему? Это нечестно. Бей, 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 руби. Давай. Отлично. Давай, давай. Еще раз. Отлично. Третий. Отлично. Стюпифай. Годится сзади. Отлично. Блин, гад. Спокойно. Да чтоб тебя. Да чтоб тебя, блин, какие-то сильные пришли. Сейчас. Пошла тентакула. Попробуйте с ней что-то сделать, гады. Отлично, давай еще вот это. Твою ж за ногу. С чем у меня ударили? Отлично. Это огнем. Нормально. Коблины всегда не любили волшебников, но здесь эта неприязнь приобрела новый оттенок. А мы ж работали тихо. Я же надеялся, что мы с вами это... О, шапочка даже выпадает. Что мы так дальше и будем действовать. А тут, видимо, устроили нам, видите, резню. Небольшую. Подожди, тут сумочек много выпало. С перчатками. Мы их раздели. И деньгами еще что-то есть. Так, классическая школьная форма. Хорошо. А тут чё? Сомневаюсь, что Гулин знает об испытаниях, но не в курсе, что здесь происходит что-то важное. Что, ничего нет? Ё-моё. Так, а на минуточку тут... Это лифт, что ли? А, это просто его сетт был. База. Видите, всех нельзя вырезать по-тихому, тогда это было бы неинтересно. И поэтому они, видите, как хорошо поступают там. Раз, и сделали внезапную атаку. Чтобы я не загасил вообще всех. Тут, кстати, что-то внизу есть, профессор. Но я сейчас боюсь отойти, мне напишут, вы отошли от квестодателя, блин. Вернитесь немедленно к Фигу, блин. А есть еще что-нибудь? О, есть, подай. Я люблю просто собирать трофеи. Не случайно мы столкнулись здесь со сторонниками Ранрака. Шапка первокурсника. Зачем она им? Они убили Воу, что-то наступил тяжело. Убили первокурсника? Так, еще вижу. Возможно, тут тоже что-то есть. Тут можно было спрятаться их, типа. Расстреливать. Ладно, чего дали? Похоже, мы нашли вход. Не то слово. Заперто. Научи лохомора меня, ну профессор, ну научи, ну ё-моё, сколько уже отпирающие чары? Очень полезно заклинание, сейчас на это нет времени, но если у вас не будет получаться, мы разучим ее, когда вернемся в Хогвартс. Да давно пора, там столько дверей, ждут своего часа. А вы вот это вот... Не учите меня никаким заклинанием. Ладно, гоблины сюда, я так понял, не вошли, но не успели, по крайней мере. А нам надо выше. Что-то стучит вверху. Профессор. Что-то падает сверху. Профессор. Я нашел деньги. Интересно, а кто это? Такой-то одежде может быть кто угодно. Давайте его вынесем и в Хогвартсе поставим. На что? Тут кто-то заядлый читатель. А вот мне большинство названий ни о чем и не говорят. Хорошо. А вот, кстати, вон опять эта штука, как вторая, третья уже. Для чего-то ж нужна, наверное. Так, а что у меня с инвентарем? Ты как-то забыл с этими расширениями?
Ну, 10 штук еще есть. можно сильно не волноваться. Я что-то там, ладно, потом посмотрим. Все равно ничего хорошего не нашел пока. Кстати, я нормально одет, да, для местных этих пейзажей. Сам того не знаю, оказался там, где... О, кофеечек. Ты все в рот тащишь, что видишь, да, везде? Потом я удивляюсь, если что-то вырастет где-то. Эти метла наверняка были зачарованы много лет назад. Никогда не видел, чтобы заклинания держались так долго. Еще деньги. Так, хорошо. Добро пожаловать в башню Санака вот там. 12 54. Ну, при деньгах. Персиваль Рекхэм, здравствуйте. Я не умею открывать замки, меня не научили в академии. Пора бы. Здравствуйте, профессор. Вы сказали башня Сана Бакара? Именно, с профессором Бакаром еще один хранитель, вам только предстоит познакомиться. Я рад, что не ошибся, когда после прошлой встречи предложил, что мы скоро увидимся вновь. Хотя, судя по шуму, что я слышал, вам было нелегко сюда добраться. Да ладно, фигня. Да, профессор, рядом с башней мы столкнулись с гоблинами. То, что гоблины знали о моем сейфе, само по себе тревожит. Но если они додумались связать это его с башней, то угроза куда серьезнее, чем я думал. В таком случае нам тем более нельзя терять времени. Внизу, возле входа, находится хранилище древней магии. Мы уже такие видели. Теперь оно открыто. Используйте его, чтобы пройти к двери. Увы, больше я пока ничего не могу сказать. Профессор Фиг не может пойти с вами, так что мы с ним будем ждать вас в зале картографии. Запоминайте то, что видите. Нам надо выяснить, откуда сторонники Ранрека знали о башне, ранее принадлежавшей хранителю. Но пока есть более важные дела, требующие вашего внимания, например, хранилище древней магии, если не ошибаюсь. Да, сэр. Тогда оставлю это дело в ваших умелых руках. Однако будьте осторожны. Хорошо, сэр, встретимся в зале картографии. Найдите начало первого испытания. Там уже кто-то оранжевый внизу стоит. Хранитель древней магии внизу возле входа. А вот это вот, он не мог мне открыть вот это вот, чтоб я вот это вот не приходил сюда через 25 лет, нет? Третий уровень, тем более. Ну как там третий уровень-то? Нет, оранжевое, это мне спускаться. Показано, куда идти. Сейчас еще кофеечек. Ой, хорошо себя чувствую прям. Если это кофеечек, конечно, они. Кто-то не знал, куда сходить. Сходил в чашку. Я говорю, не пей все, все на свете, мало ли. Ой, ой, меня тащит куда-то. Ой, прям вот тут, вот тут-то. Че, всего сюда, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Нифига себе открылось. Начните испытание Персиваля Рекхэма. Ну что, я готов? Нет, да? А что делать, пошли. Так, чё-то надо стрелять, кого-то убивать. Не надо меня пугать только. Мы не испуганных. Мы тролля сегодня видели. И патч новый. Так, ну-ну. Ну-ну-ну-ну. Ладно, захожу, что ничего, даже и спереть нельзя. Первое испытание. Ой-ё. А всего 4, да? Серьезное дело. Тут такие показаны помещения, как будто я на завод какой-то захожу. Так, прохожу испытание Персивалем. А я могу отсюда убежать? Нифига. Главное, чтобы патч не пришел сейчас еще какой-нибудь исправляющий. Ох, так же это было в Грингетсе и запретной секции. Ну да, теперь будут опять идти нападать на меня.
существа с мечами. Так, если что, вот это вот. Просто... И поставь боевые, а потом переходи на эти. Упс. Я не прогневал никакого бога. Давай не будем. Сказал я и сделал это еще раз. Как-то у вас тут красиво, но... Бедно. Это смерть. А мне туда, да? Угу. Но я думаю, сюда должен прийти с определенным набором испытаний. Ой, испытаний, заклинаний. Я же думаю, если бы я чего-то не выучил, меня бы сюда не пустили, правильно? Поэтому я готов к этому испытанию. По сюжету. Наверное, да. Впечатляет. О. Ну и где же результат? Ты что, не видел мост? Вверху мост появился. Но пройдешь ты через него или нет, это другой вопрос. Ну что, давайте какого-нибудь здоровяка. О, вот это уже дело. А то без сундуков как-то грустно даже. Отлично. Всю жизнь мечтал найти в мире волшебства очки без оправы. Но затемненные. Перчатки цвета леса с заклепками. Вот это уже тема. Первая, кстати, вещь, которая нам более-менее подходит сегодня. Хоть чуть-чуть будем мощнее. Цвета леса зелененький, конечно, не очень смотрится. Вот это еще в тайной комнате надо посмотреть тоже, видите, с мячиком. И у меня осталось 8 вещичек всего. Так, очки, по-моему, не очень. Да, очки не очень. А вот тут что-то новое. А, я это просто еще не открыл, но оно хуже. Уже известно, что оно мне не подойдет. Даже когда уровень получим, поменяй на нечто. Я не знаю, с кем я драться буду. Может быть, стоит взять кого-то... О. О. Хорошо, видишь, как шарфик с этими штучками. Все, все. Что, еще что-то есть? Что у тебя еще есть? Шляпа? А, ну это колпак для сна. Ну хоть что-то нашли. Не, если бы я знал, кто впереди, я бы переоделся, наверное. Но у меня, по-моему, против древних нет ничего. Или рыцари, кто они такие. Потому что... Пожалуй, позже зайду. Ну ладно, раз вы настаиваете. Ой-ой-ой. Да, здесь вот раз, вон два, с арбалетом что ли? Три, четыре, пять. Ну ладно, нападите на меня. Если бы знал, надо было наварить больше зелий, может не хватить. Сейчас как начнут махать же. Не, да с мечом все. Подожди. В дырочку мы всегда успеем, а вот новое шматье найти не всегда. Сейчас бы в раз и ушел. Шарф мореплавателя. Всю жизнь я такую мечтал. Еще есть чегось? Круг почета. Вы не думайте, что я по барахолке бегаю, вещи ищу. Это круг почета. А, давай. Нужно найти следы древней магии, но где же? Да вот же! О, сундучок. Опять следы древней магии. Что-то должно было измениться. Сундучок появился, что-то изменилось с вещами. Рябиновый отвар, да, это мне, наверное, понадобится. Раз мне его дали. Кто-то дышит. Да я войти могу. А был сундук? Нет, он только что появился. А еще есть сундук? О, вижу еще один. А, я его уже открыл. Это два сундука всего. Вот жесть, конечно же. Ну ладно, заходи. Рябиновый отвар не зря здесь дают. Сейчас будут бить. И где я? Что я такой? Куда я пришел? Ревелио. Пройдите испытание Персиваля Рекхама. Да это я понял.
Ну, вон здоровяк стоит. С ним будем драться. А вон выход. Это не выход, это стена, чтобы я не сбежал. Не очень приятно их видеть, но на этот раз я хотя бы знаю, чего от них ждать. Сколько их? Три? Отлично. Беги. Но ты пытался, по крайней мере, друг мой. По крайней мере, ты пытался. Ну, ты тут тоже пытался, блин. Давай, отлично. Бери, бери, бери. Твою ж за ногу, ну не в того же ты целишься. Давай, тентакулу. Тихо, тихо, тихо. Все, 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 под контролем. Все под контролем, говорю. А так бы скажем. Облизоружие. Уничтожь. Все, готов. Иди сюда. Хам, иди сюда. Беги, беги, беги. Обезоружь. Отлично. А теперь добей. Все нормально. Просто не надо паниковать. Маленькие вообще слабенькие. Только оружие отбираю у них периодически. Так. Ну, с этим мы тоже работали. Знаем, если что, куда поди. Ехать, кажется, я их уже видел. Да-да-да. Сундуков нет тут. А ну, оббеги сначала снизу. Съездить-то мы всегда успеем, а вот это вот посмотреть, может, и не успеем. Сундук вот, впереди. По-моему, единственный. Только его надо объехать. Да, чтобы взять. Ну, поехали. А как мне сундук взять здесь? Кажется, в прошлый раз я использовал акцию. Да ты использовал та акцию, а куда ж ехать-то? Можешь не... А, сюда цепляется. А как нам сундук взять? Объехать же ж надо. Отцепись. А сундук находится где? Внутри? Не-не-не, подожди. Эта платформа может добраться куда угодно. Да никуда угодно. А где тут еще? За что тут еще можно схватиться? Не понял я нифига. Вот здесь куда можно схватиться? Сундук там. Два предмета, чтобы схватиться. Три. Раз, два, три. Давай в центр еще раз. Ну да. А где ж тут сундук-то? А ну, отцепись. Нужно найти следы древней магии. Да какие следы? Вот это надо разбить хрень вот эту. А ну ударь чем-нибудь помощнее. Не разбивается. Не понято. А ну прыгай. Интересно, вот сюда каким образом можно прилепиться, если тут нет прилепителей. А сундук я вообще не пойму, где находится. Где сундук находится? Я не понял, где сундук находится, я не понял. Может, древнюю магию надо применить, конечно. А ты сюда никак? А сюда? О, почти получилось. А ну, чуть-чуть. Ой, почти на горшок сел. В хорошем смысле. Давай, чуть-чуть. Ну, ты же можешь. Подожди, Левиоса. А, так... Не, ну я-то могу это притащить, а толку-то от него? Подождите, я ж могу это притащить. Не, не могу это притащить. Не могу притащить, а что? Ну а толку? Я же на него не могу залезть, вот что. Проблема-то в чем?
Отсюда прыгнуть туда? А ты допрыгнешь туда? А ну стой здесь, а ну брось. А, так ты сюда не залезешь без него. Не, это все фигня. Да, это все фигня, никак туда не залезешь без него. Я же должен подтянуться. Короче, сдавай магию, я думаю, она должна что-то запустить. Да-да, давай. Поехали, короче. Я пытался, но... немного не хватает нам. Чтобы вырулить нужное направление. Я вообще не пойму, где тут сундук. Отцепись. Ну вот же уж он. Ну вот же он. Ладно. Тихо. Давай сюда. Нужно найти следы древней магии. Да нашел уже, отцепляйся. Давай, я пытался. Не нашел я все-таки, не, блин, надо было дальше ездить. А, появилось. Ё-моё. А я думаю, какими способами туда добираться. Ну, нормальные люди. Чуть не взорвал эту. Столб не взорвал. 54 монет он недополучит. Ну, вообще, в своем уме. Давай сюда. Да, 54 монеты, я и замок разрушу этот ваш. А 47. А в сумме сотня? Нам, студентам-пятикурсникам, тяжело, это дается. Ревелио. Что нам дает всплеск магии? По-моему, нужно смотреться по обе стороны арки. Тут на тебя нападут 100 раз еще. Падай. Все, одного убили. Беги. Хорош. Да-да-да. Давай. Уйди нафиг. Тоже мне. Собирай, собирай, собирай. Собирай. Не успел. Супер удар. Не успел дособирать. Так. Это опять для езды. Нужно найти следы древней магии. Вот эта хрень оживет. Подожди. Не древняя магия, а следы древних сундуков. А потом уже древней магии. Нашел я вашу древнюю магию. Вот сундук лежит еще, тоже закрытый. Но я не буду в этот раз взламывать стену. Окей? Где она тут у нас, магия? Иди сюда. Не, что-то не работает, давай еще будем. О. А теперь работает. Да? Ребелио. Так, а тут как уехать? Ой, ё-моё, ж такси не работает. А как туда заехать-то? А? Внизу? Оно заедет туда? Не думаю. А как тебя опустить? Он проход есть, если что. А мне туда надо. Ладно, додумаемся сейчас, давай. Это сейчас хрень оживет. Уже нет. Не ожидал? Это на всякий случай, если вдруг... если вдруг появится желание. Чтоб неповадно было. Так, Ревелио, камон. Акцио. И как нам тут пролезть? Ну, через портал, да? Оно ж не пролезет даже, если очень сильно захотеть. Не, никак. Ну ладно, я пошел через портал. Сами на... Мой, с другой стороны, что должно измениться?
Something must be different. Отпусти. Seems I ought to explore. По-моему, нужно смотреть арку с обеих сторон. А, с одной стороны ее надо, ну, в общем, понятно. Короче, мост просто перекрывает нам дорогу. Это типа временной фактор двойной. Там моста в будущем нет, а в прошлом есть, а вот сейчас будет теперь, да? А это константа у нас типа, ну, всегда на месте. Единственное, что может быть что-то. Да, я знаю, вот этот сундук надо взять обязательно. Давай еще раз. Упс. Нет, только теперь сюда. Не ходи, все нормально уже. А нет, не нормально, ты сюда должен зайти. Вот, чтобы мосты появились, вот. А тут теперь лестница слева есть. И вот, и по лестнице ты теперь... Здесь и сундук наш. Вот даже два, нет, один. Акцио! Стоп! А туда как? I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Да прекрати, это не то, что я думал, стой. Как же мне туда залезть? Не, ну я понял, в том измерении надо пробовать, так как... А... И... Как к тому сундуку добраться? Просто интересно. А ты можешь его это? Не. Ну, давай посмотрим еще раз через измерение. А чего? Может, там проход какой-то был? А по мосту? А ну, минуту. Ну вот, сюда. А сюда, если привести его сюда? И отсюда я могу допрыгнуть туда. Только до моста надо допрыгнуть. А ну, аккуратно бери его. Вот так вот, до моста. До моста прям до, даже не до упора, а до середины, я думаю, вот так вот, да? А ну, ставь ее в покое. Так, хлоп-хлоп-хлоп. Нет, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Вот, стоп. А ты перепрыгнешь его? Ну, другой вопрос уже. Я могу, может, не перепрыгну сейчас, и просто нифига не выйдет. Не-а, не перепрыгнешь ты его. Даже если очень... Очень, чуть-чуть. А ты попробуй чуть-чуть его подтащить. А ну еще чуть-чуть. Блин, я надеюсь, там не носки какие-нибудь. Стоп. Я реально надеюсь, там не носки. Вот это таскаться с вот этим вот. А получить какие-нибудь носочки. По идее, должен... Да, тут игра, блин, на волоске дышит. Ну что, выдохнули-вдохнули. Шар в тонкую полоску. Ну, хоть не носки. Попросил не носки. Получи не носки. Твое желание сбылось. Это комната желаний. Все. Ну ладно. В той комнате ничего не было, ну и хорошо. Итак, шарфиком доволен. Давай. Никогда не привыкну к такому полу. 32 монетки. Что у меня там с вещами? Сейчас начнется невлезание. Ой. 6 осталось. Это мало. Проверил тут. Посмотрел там. О, это мои любимые полы. Ну и супер битва, супер еще одна битва. Давай их. А можно вас разрушить до? А, так может быть так. А я хренью страдаю все это время. Нормально. Давай. Эх, я его заэкспелиармил. И вот такое вышло. Твою за ногу. Да, тут попробую найти кнопку на клавиатуре. Z, хрен.
Пипет. Я вот это должен убить. Да, немедленные. Не работает твой Реармус. Жив. Жив. Беги, дурак. Зет. Кнопка Зет. Где я был? А, это мелкие. На мелкие не надо, не расход, давай. Все, ему конец. Давай, да. Что там у нас? Ой, да. Да ладно, прекрати. Блин, и все больше и больше. Вали. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Все, убили. Этого убили, нормально. А ну иди сюда. Сейчас я буду вас переворачивать. Не успел. Левиоса. Блин, эти тоже прыгают, оказывается. Давай помощнее чего-нибудь. Помощнее, помощнее. Больно, блин. Давай. Да нахрен тебя. Вот и все. Опа. Так, а с тобой я поиграюсь. Ты понял меня, да? Так, Зет, давай. Годится, есть. А с тобой я поиграюсь с помощью вот этого. Вот так вот, потом от этого. А потом просто размажу как пса. Ей, забери, 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 забери. Ой, хорош. Это я еще колючку не выпускал с капустой. Разбег, конечно, по клавиатуре бешеный просто. Z, X, Ctrl, чтобы прыгнуть. Заклинание вообще вверху на цифрах. Ничего. Так, еще будет. У вас есть неиспользованные очки талантов, которые можно посмотреть в руководстве. И что? Мне сейчас не до них. Используем или? Откуда они пришли, вот эти двое? Они же пришли... А, я думал, открылся проход. Нет, нифига не открылось. Ну ладно, открываем, нажимаем, давай. Угу. Так, а туда зачем? А туда? Что-то красное. А зачем такие нам эти повороты? Давай туда. Не знаю, а сюда зачем? Такое ощущение, что там что-то есть. Ну, вообще, это просто ощущение. Но я приехал. А зачем влево-вправо? Там точно нет сундука? Ладно, надоело. Давай, пошли. Все равно там только очки. Ну тут есть сундук. Ой-ой-ой, сейчас бы сдох. А, тут вот. В чем фишечка, понятно? А теперь глянем, что изменилось по обе стороны арки. По обе стороны арки ничего не изменилось, если ты пройдешь здесь. Так ты умрешь сейчас. Или пройдешь, но там мост есть. Должен пройти. Должен пройти, но не в моем случае. Значит, это и так не работает. Но мост-то есть. Но я могу так доехать. Нет, так ты не доедешь. Давай назад. Понятно. Хорошо, что здесь сделали загрузку быструю. Но без этих... всяких там подзагрузочек. Я уже без ускорения прыгаю. Давай, тут можно прыгать. Все годится. Тут тоже надо подумать... А как ты первый раз-то получилось-то все? А, это здесь ближе, понятно. А после этого он становится дальше. Давай, иди сюда. Все, здесь сюда. А, вот поэтому и нужны эти штуки. Чтобы с ними встретиться здесь, да?
Да. Иначе я его хрен объеду с этой стороны. А с этой могу. Вот зачем это нужно. И сундук здесь же. Роскошную шляпу чуть не пропустил. Да вы режете меня без ножа. А что ж я натворил-то? Опять не вылез. А ну, иди сюда. Стоп. Нет, ты туда не допрыгнешь, как и не пытайся. А тут ты упадешь в яму. Не, если, конечно, это вытащишь. А это ты не вытащишь. И не опустишь, и не вытащишь. А это мне надо... Ты ничего-то не сделаешь. Если ты это не можешь, то это тоже не можешь. То-то-то-то. Блин, ну что делать? А, подожди, может ты тут на столбик можешь встать, нет? На столбик, ну давай. А, прыгать мы не умеем. А, умеем только. Можем, когда захотим. Так, ну это не вариант. Все равно не пойму, что делать. Что делать-то? Мне туда надо. А чтобы туда попасть, мне надо пройти в арку. А в арку как туда пройти-то? А может еще... А, ну подожди. Как же ж мне? Догоняю я. За что там хвататься? Друг за друга, что ли? О, я вот туда перетащил, теперь могу перемещаться. А как ты перемещаешься? А, она тебя толкает. Даже так? Давай тогда вправо нам надо. Поняли, да? Так я ее не вижу. Не, я ничего не понял. Но интересно безумно. Так я уже застрял. Подожди. Та должна... Ты бьешь? А, все, понял. Бросай. А, ты уже не бросишь. Я уже завис, короче. А чё ж ты исчез-то, блин? Как же я тебя теперь толкать-то буду? Он же ж невидимый теперь. Ну вы поняли, да, принцип? Я тоже понял принцип. Так он невидимый теперь. Я ж теперь его не схвачу. А вижу я его отсюда. Но не вижу отсюда. А того вижу оттуда. Как ты стал невидимым, вот скажи мне. Да не Левиоса. А чё ты сейчас невидимый, если... А, вот. А чё ты исчез? Подожди, иди сюда. Ну да. Вот так. Нет, там просто все. На самом деле... Я понял, что мне надо делать. Но... Вы поймите, что это не решение вопроса. Я-то доеду, конечно. Воу-воу-воу-воу. Куда мы там едем? Я... Не, мы все равно едем не туда. Его надо тащить, да. Вот так он чуть-чуть едет, конечно, разворачивается, конечно. Ну вот, типа, в углу мы стоим, да? Ну не типа, а в углу стоим. Отцепляюсь. Я здесь могу стоять, по логике вещей, правильно? По логике вещей, да. Теперь я могу схватить этот и подтащить его туда, да? Пошли. Могу. Тихо, 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 тихо. Отцепляй, отцепляй. Я не вижу, я в воздухе тупо стою. Все, хрен вам. С вашими, блин, цепляшками, хренашками. Идите в баню нафиг, я доехал. Это по-другому решается как-то. Это по-другому решается, но, блин, я решил с помощью невидимого плотика, который почему-то оказался сейчас под моим основным плотиком. Очень интересно, как это решается. Надеюсь, игру не сломаю сейчас, потому что... Может, я не... Последовательность какую-то не выполнил.
спасибо, это очень мне пригодится, да, вот это у меня успокоит. Это жесть. Если это так рассчитывалось, толкая друг друга, один плотик невидимый, а второй видимый, то это жесть. Это чересчур. А если надо было как-то с порталами играться? Скорее всего, так это решается. Как-то через портал увидеть крюк? Так я ж не могу через портал проехать, у меня ж плотик огромный. Ну, короче, не знаю, я дотолкал. Опять же, блин, возможно, не тем методом, который нужен, но извините. Все методы хороши, главное дальше дойти. Двери, кажется, открываются. А если двери открываются, я очень счастлив, но... Можно я заберу, прежде чем тут на меня нападут сейчас все? Рябиновый отвар 5. А что так на меня дают много рябинового отвара? Что сейчас случится? Тентакулы, вы готовы? Босяра случится. Фух, давайте уже босс какой. Опять вы, да что ж такое? Да не реп... Да не это. Беги, беги. Хорош. Блин, вы у нас и маленькие тут появились. Надо чем? Отлично. Годится. Иди нахрен. Давай. Давай, 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 давай. Все, одного убили. Беги, беги, Экспелиармус. Не сработал твой Экспелиармус. Ой, не того убил, прости. Пей. Кто там у нас? Бери. Годится. Есть. Отлично. Отлично, 700 урона. Подбирай, 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 подбирай. Сейчас большой будет, наверное. Ой, а кто это тут? Ой, какой-то маленький остался. Какой-то малыш остался там у меня. Ой, что-то жидкое большое. Нормально, нормально. Блин, он не заметил даже. Чё там? Извините, что спросил. Извините, что спросил, просто... Просто было безумно интересно, что там у нас. Экспелиармус. У него нет ни хрена. Что ты у меня забираешься? Жесть. А ну беги, возьми. Нормально. Не спасает эта штука. Не спасает. Это нормально. Мощная тварь. Блин, а как же от него уворачиваться? Знаете, тентакулы. Не понял я, как с ним бороться. Ничего, сейчас. Ничего, сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас замахнется, сейчас все сделаю. Давай. Давай. Некое ССЖ, которое купили, чтобы мне с помощью... Какой ткацкий станок, придурки! Я понял, прятаться надо. Тут... Немного у нас в жизни будет. Ну хоть как-то. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Вторая фаза. Всех поздравляю. Ой. Дальше. Тварь задел.
Блин, он бьет какой-то хренью. Нормально, нормально. Отлично. У него метка. Решу. Блин. Решься. Нафиг это тогда нужно? Ухо у меня. Подожди. Давай вот это. Мочи. Давай, давай, работай. Есть, давай. Ой, хорош. Добивай, добивай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Хорош. Не работает защита вроде в него. Да. Блин, тут надо было действовать. Прыгай. Блин, тоже надо было действовать. Может, это сбивать надо? Наверное, надо было сбивать его. Ну ладно. На. Вальнули. Хорош босс. Хорош. Мы еще с зельями с вами не работали. Надо зелий побольше делать, и тогда все будет хорошо. Ну, мы и так их делаем. Нет, все-таки теперь я к выручай комнате буду по-другому относиться. У меня неиспользованные... Какие таланты? Тут надо, блин, к ним очень аккуратно относиться. У меня всего 7. Так это... Надо будет в выручай комнату частенько заходить и запасаться зельями. Ставить побольше столов. Я теперь действительно понял, что они нужны. Еще один умод памяти. Подожди, умод памяти. Штаны новые нужны нам? А византийский берет? Никто не подарит-то, если сами не возьмем. Че, ничего больше, кроме византийского беретика? Ничего больше. Ладно. Ну, омут, значит, что омут. Первое испытание мы прошли. Вообще, два скапает тут. Уоман с головой, да? Ваша способность преображать окружающий мир просто поразительна. Что такое? Отцу не становится лучше. По-моему, он уже никогда не оправится от потери сына. Видеть, как страдают дорогие нам люди, истинное мучение. Засуха случилась много лет назад, но боль потери для отца все так же остра, как если бы брат умер только вчера. Ему не нужно баловство с архитектурой, ему нужен покой. Что если я помогу... Ему, профессор, вы же только делаете для отца. Вы... Этого мало, я хочу избавить его от боли. Я знаю, есть искушение использовать магию, которую вы только осваиваете, чтобы преобразить не только физический мир. Но сами по себе человеческие эмоции – могущественная сила. Даже самая благонамеренная и умелая ведьма никак не может знать, каким последствиям приведет необратимое вмешательство в эту силу. И что, я должна просто смотреть, как эта боль его убивает? Вы не имеете права забирать эту боль.
Каждый год какой-нибудь студент видит в своих чайнах что-нибудь еще более несуразное. Мисс Морганок, с возвращением в Хогвартс, профессор. К этому придется немного привыкнуть. Профессор Руквуд? Мне было так приятно узнать, что вы приняли должность профессора защиты от темных искусств. Присаживайтесь, Исидора, расскажите нам о своих путешествиях. На самом деле, я надеялась, что вы и остальные могли бы заглянуть ко мне в гости этим вечером. Я так много хотела бы вам рассказать. Замечательно, мы известим остальных. Очень хорошо, тогда до встречи. Ох, чуть не утонул. Еще одно воспоминание. Теперь надо бы найти выход отсюда. Только не через плотики. Только не через плотики. Что угодно делать, только не через плотики. Давайте лучше через зеркало какое-нибудь. Я не пойду обратно через плотики. Опять этот прозрачный камень. Должно быть, это путь обратно в зал картографии. Хорошо. Я готов. Что у нас тут? Ну ничего тут не упустим. Просто получить какую-то кепку за такого босса. Как-то. Как оскорбление звучит. А за плотики так вообще. Ладно. О, второй пришел. Что тут у нас, Руквуд? Я учусь в Хогвартсе, сэр. А это профессор Фиг. Профессор Чарльз Руквуд, вашим услугам. Кто-то прошел первое испытание? Да, профессор Руквуд. Мне случалось видеть вас раньше. Мы видели с вами памяти в Гринготтсе с профессором Рэкхэмом. Верно. Значит, вам удалось найти портал, ведущий в сейф профессора Рэкхэма, и расшифровать карту из медальона, который висел над омутом памяти? Удалось. А над последним омутом памяти висел какой-то предмет, который я не могу опознать. А, да, вы найдете подобный артефакт в каждом испытании, храните в безопасном месте, они вам понадобятся, чтобы пройти весь уготованный вам путь до конца. Соберите все артефакты, и мы сообщим, что делать дальше. Что ж. Можете рассказать что-нибудь о следующем испытании? Прежде чем вы приступите, я хотел бы обсудить с Чарльзом ситуацию, сложившуюся из-за гоблинов. Гоблины? Этот ученик видел следы могущественной темной магии, которой владеют гоблины. Они с наставником профессором Фигом столкнулись не только с гоблинами, расхожими возле башни Санна-Бакара, но и с могущественным гоблином в моем сейфе в Гринготтсе. Будет разумным приостановить дальнейшие испытания, пока мы не разузнаем больше. Мы доверимся вашему суждению в этом вопросе, конечно же. Итак, постойте, профессор, это фамилия Руквуд. Не кажется ли вам, что есть какая-то связь с Виктором? Может быть, но непонятно, насколько это важно, да и важно ли вообще. А пока расскажите мне, что вы увидели в омуте памяти. Перед тем, как стать профессором в Хогвартсе, ведьма по имени Исидора из последнего омута памяти спорила с профессором Рэкхэмом насчет использования магии, чтобы снять боль. Будем надеяться, следующее воспоминание в омуте памяти позволит узнать больше, а пока нужно выяснить, что известно о Ранроку. Честно говоря, понятия не имею, с чего начать. Вообще-то у меня есть кто на примете, однажды я видел, как Сирона разговаривала с гоблином в трех метлах. Кажется, они дружат. Что ж, стоит попробовать, посмотрим, что вам удастся выяснить. Но, конечно, не забывайте об учебе. Да, сэр, да. Учеба — это важно. Ну, безусловно, конечно. Пока вы не ушли. Да? Фиг. Блин. Ты мне ничего не хочешь сказать больше? Ну ладно, давай. Чего вам надо? Профессор, вы встречались с кудящейся следы магии, помимо тех, что были на вашем пути? Вроде нет, а что они такое? Они свидетельствуют о попытках хранителей управлять силой древней магии в наше время. Если я прав, я не часто ошибаюсь. С их помощью вы сможете стать более искусным волшебником. Спасибо, сэр. Буду смотреть в оба. Так, хорошо. Ну, нам надо, конечно, теперь заняться выручай комнатой.
Нам нужны постоянные зелья. Зелья, зелья, зелья и побольше. Осень наступила. Нифига ж себе, но смена будет сезонов. Отлично, зиму еще увидим с вами. Прикольно. Доброе утро. Хоть раз проснулся в кровати, а не где-то в мусорке или где-то там на лужайке. Ну давайте, смс-ки мне там набрасывайте. Испытание Персиваля Рекхэмом. Чё-то мало опыта дали за такое испытание. Там за плотики только 3 уровня надо повысить. Хотя не решается, наверное, попроще. Ну что, будет кто-то нам писать что-нибудь? Никто не пишет. Так как только сейчас выйду, и сразу все начнут писать. Так, мне надо распродаться. У меня осталось 4 всего. Это в комнате распознаем, посмотрим. Я сейчас уже туда не пойду. Не хочу сохраняться в комнате. Так, есть. Вот шарфик. Они все хуже моих, которые я нашел в развалинах всяких. Ну и тут нифига с нет. Ладно, пока все. Пока все хорошо. Что еще у меня? Коллекции были. Инвентарь что-то добавили. Записка от гоблина. А, это то, что мы нашли в лагере. Это то, что мы нашли из омута памяти. Парил над опытом памяти хранителя. Сказали держать у себя. Держу. В надежном месте. Не знаю, куда его засунул, но место, наверное, надежное. Так, новые твари. Просто интересно. Вот первая тварь. Страж омута памяти. Величайшее испытание для тех, кто хочет раскрыть самые глубокие секреты древней магии. Этих часовых можно победить только с помощью тех же чар, которые дают им силу. Когда они призывают древнюю магию, для мощной атаки с использованием сферы, ее можно взорвать, чтобы нейтрализовать эту магию с использованием ее в своих интересах. Горный тролль. Это тоже тело, еще то. Еле тоже завалили. Стоит следить за тем, когда тролль замахивается дубиной справа или слева, так как эти обе атаки пробивают обычные щитовые чары. Да мы заметили, уклонение — это лучший способ защититься. Держа дистанцию, невозможно защититься от разъяренного тролля, так как он вырывает из-под ног куски земли и бросает их в свою цель. Когда тролль ударит дубиной землю, обеими руками подбросить ее при помощи... Флипенда. А я пытался не флипенда. А я его обезоружить пытался. Флипенда можно было его затянуть. Понятно. Будем знать, что будет иметь больше эффект, чем обычно. Дубин отправится прямиком в лицо тролля. Ну, как и в фильме, собственно, да, и в книге. Попадание в тролля его же собственным валуном, несомненно, застигнет его врасплох и сделает его более уязвимым. Но там я увидел, да, валун можно бросить, там буква Z появляется. Можно успеть нажать, и тогда он получает больше урон. А здесь нужна флипенда. Только это надо все, конечно, переключать, включать, к этому нужно еще привыкнуть. Ну все, это 2 у нас сегодня было новых соперника. Так, это мы что-то тут тоже откопали с вами. Вот, откопали 3 уровень оглушения. Нам тут нужен этот мех жмыра. И еще есть клыки у нас 3. Вот тут надо вот это взять штуку, да, куда-то пришить. И мочить китайской капустой всех боссов. Так, тут мы нифига сегодня не нашли, кроме вот этого. Естественно, участок земли, где я буду картошечку сажать. А так все. Так все, только таланты остались. 7 штук, уровень нам повысили, но мы его потратили на кое-что иное. О! Алби Викс, доброго дня, у меня отличная новость. Обновление для метлы уже готово. Загляните в лавку. Профессор Анай. Глэдзен Му, надеюсь, вы при первой возможности загляните ко мне по невероятно срочному и крайне конфиденциальному делу. Мне кажется, мы сможем друг другу помочь. А ты кто? Так, ну она и понятно. Профессор Анай, приходите ко мне после занятия, когда выполните мои задания. Мы займемся изучением заклинаний Десенда, притягивающие предметы к земле. Ну ладно. Приду. Ну вот уже нам понаписывали всякие. Ладно, друзья, следующая серия у нас в любом случае будет по побочке. Смотреть, сколько всего. Задача профессора Анай, задача мадам Кагавы. Надо полетать будет. Хитроумные ключи пока нет. Сметая конкурентов. Купите новое совершенство для метлы. Купите. Дайте денег. Шлем Урткора, 12 уровень, депульса. Мне нужно отправить Хоксмит и найти Сирону, это сюжет. Жалоба, смотрите, она луну. Смотрите, Хоуса по имени Гэдвин Мун хочет поговорить со мной кое о чем важном. Аллахомора! Аллахомора открывается! Представьте.
мы сможем наконец-то открывать замки. Вот там мы, конечно, застрянем. Могу представить, сколько мне надо обойти дверей будет. Изучение тварей, наконец-то. Мне нужно посетить занятие по изучению тварей, которое ведет профессор Ховен. Мы с вами наконец-то купим клетку и будем разводить их, наверное, в своей выручай комнате. Прикольно. Все, друзья, на этом все. Надеюсь, в следующей серии мы с вами продолжим без всяких патчей и всяких проблем. Это была трудная у меня запись, но ничего, смогли. Сможем и дальше. Спасибо всем, кто смотрел. С вами был Дмитрий, канал Шедвиль. Игровые миры. До новых серий в Хогвартсе. Пока.